И всем привет, ребят, с вами, как всегда, я, Игровой, и сегодня мы будем играть в Bedwars, и сегодня мы будем строить красивый дом, я надеюсь. Ну что ж, поехали. Ну что ж, ребят, вот я уже построил вот такую вот небольшую площадь, так, ну как небольшую, она достаточно объемная, чтобы там уместился наш дом. Сейчас мы построим вот такую вот конструкцию. Ну да, сейчас она, конечно, не похожа на дом, но ладно. Конечно, сразу не будет вырисовываться же дом. Окошком, так, чтобы все было видно там за домом, перед домом, так, ну где угодно, короче, так, тут что-то я напутал, да, так, вроде, так, я что-то не понимаю, понял, все, не дурак, так, сейчас это надо сломать, так, из-за лестницы вроде бы, да, это, надеюсь, из-за лестницы, так. Да, это из-за лестницы, так. Произошло тут, так, надо поставить вот так, все, норм. Так, все получилось. Так, давайте-ка тогда второй оборот начнем делать, второй круг крыши, так. Надеюсь, все у нас красиво будет, так, ой, блин. Так, ладно, все равно нам надо купить, так, как они там называются, лестницы. Вот, надеюсь, они недорогие, так. Никогда не покупал лестницы, ладно. А, в принципе, ладно, да, 16 штук купили за 4 серебра. Так, это не, как бы недорого, так, сейчас купим вот такие вот стекла, так, нам нужны они. Так, причем много ли их штук? 12, надеюсь, хватит, вроде бы. Там 2 этих окна осталось, либо один, так, не помню. Надеюсь, 2, иначе я просто так под... Блин, 1. Ладно, в принципе, все равно. Так, давайте-ка вот сюда вот потратим наши эти лестницы. Так,
Блин, на стекон нельзя поставить лестницы. Так, ладно. Сейчас мы здесь поставим блок. Блин, я стекло потратил. Ладно, все равно. Потом сломаем. Надеюсь, если не забуду. Так, ну а мы продолжаем достраивать, то есть нашу крышу. Так, надо здесь поставить плохой блок. Ой, плохой два раза поставил. Так, ладно, этот плохой блок потом уберем. Надеюсь, опять же, если не забуду, конечно. Так, ну давайте-ка это мы сейчас третий оборот застроим. И потом уже начнем к четвертому. Так, вроде бы там надо 5. Ой, куда я нажал? Так, вот этот сразу уберем. Нет, там надо 6 оборотов надо делать, так вроде бы. Надеюсь, блоков хватит. Блоков дерева имею в виду. Так, 6 это не проблема, как бы они за серебро покупаются. Ладно, да, 6 оборотов нам понадобится. Так, опять плохой блок поставим. Ладно. Ой, блин, что я творю? Так, опять плохой блок. Не туда поставил, так. Ну ладно, сейчас это все уберем. Так, поставим последние блоки. Так, все. Мы закончили, в принципе, дом. Сейчас нам надо поставить стекла. Так. Хотя я там что-то увидел. Так. Стекла подождут. Ты что тут делаешь, бро? Алик. Так. А ты не знаешь, что там? Если бы ты знал, ты бы упал, короче. Так, все. Он немного ошеломлен нашим домиком, так, таким красивым, божественным. Так, ладно, давайте-ка возьмем алмазный меч в руки. Так, все. Ну ладно, в принципе, они нам не понадобились бы. Так, давайте-ка сейчас застроим эту пустоту блоками. Так, тут у нас застроено. Так, давайте-ка вот сюда. И все, надо сломать этот блок. Так. И лестницу надо сломать. Так, вот лестница, так. Блин, можно было бы поставить туда, наверх, в виде света. В виде, для красоты, короче, поставить блоки стекла, но их только 3, но ладно, не хватает. Так, давайте-ка сейчас все, мы закончили, поэтому давайте-ка немножко отойдем мы от нашего королевства. Так, ладно, шучу. Давайте-ка сдалека посмотрим. Ну что ж,